Для кого-то выставка строительства ЖКХ – повод рассказать о новинках отрасли, а для кого-то – о старых проблемах. Дольщики недостроенной многоэтажки по улице Зверева организовали пикет у входа в спорткомплекс, где разместилась экспозиция. В областном правительстве обманутым ивановцам пообещали, что уже к концу июня ситуация по достройке первой секции изменится. Однако строительство дома, который должны были ввести в эксплуатацию еще в начале 2016 года, не продолжилось. По первой секции до сих пор 3 этажа, никаких изменений. То есть поставка панели не началась, в график нас не включили, другой застройщик нами не заинтересовался, никакие инвесторы не привлечены, мы по-прежнему под знаком вопроса. Что касается двух других почти готовых секций, их так и не ввели в эксплуатацию, хотя бывший учредитель компании-застройщика обещал сделать все к 15 июня. На данный момент предпоследний день июня, никаких вестей положительных и вообще никаких вестей не поступает. Обещания мы тем более уже не верим. Хотим узнать дату поставки панелей. Пока этого не будет, пока мы не узнаем что-то конкретное, мы будем продолжать одиночные пикеты, устраивать митинги и прибегнем к более кардинальным мерам. Владельцы недостроенных квартир по улице Зверева хотят вместе с другими обманутыми ивановскими дольщиками перекрыть дорогу. А если это не поможет, устроить голодовку, причем с участием собственных детей. Снимать жилье и платить при этом ипотеку многие уже не в силах. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.